мы едем на съемки. Когда продумаем и нельзя в маску. Мы едем в Черноморск, мы едем с новой командой девочек, одна из которых меня где-то там караулит. Сегодня у нас будет история про снимки, в моем случае, от Питера Линдберга, в стилистике Ионова, с двумя очаровательными моделями. С одной девочкой, которая будет играть старшую сестру, и с одной девочкой, которая будет играть младшую сестру. Надеюсь, это будет здорово. Погода крутая, ветреная, но небо безумно красивое, много облаков. Ну, если бы я начинала все правильно, то надо было бы поздороваться с вами еще из дому. Но я как всегда. Да, и, кстати, петличку я тоже оставила в рюкзаке. Будем надеяться, что звук будет не говно. Почему так хочется снять ребенка? И собрать это все с собой. Хочешь так? Тык-тык-тык и по лестнице? Добрались на нашу локацию. Сейчас мне будет слишком сильно ярко в лицо, но это того стоит, потому что за мной просто безумная красота. Вот тут стоит наша модель, очаровательная принцесса. И вторая модель уже тоже готовится к съемке. И будет там вот так. Ну, посмотрим, что с этого выйдет. Погнали! И тут наступил самый прекрасный момент, когда солнце решило скрыться за тучи. Но ничего, мы справимся. Идем. О, молодец. О, на меня глазки. А любым, как вот как будто съемка идет. Ти-ри-ри, ти-ри-ри. Не умею играть, я не знаю, как. Она с тобой сама играет, не переживай. О! Круто! Ну как? Здорово! Тебе нравится? Да! Да! Довольная! Сколько тебе лет? 20 будет. О, 13. О, прям как про себя и сестру снимаю. Меня потихонечку теряем солнце, но от этого даже становится хорошо, если меня слышно. Я опять без петлички. Зачем я покупала себе петличку? Для того, чтобы ее оставлять в рюкзаке. Ну ладно. Вот оно. Все ради хорошего надо. Попу покололи. Ноги поцарапали. Все сделали. А, так у нас должен мейк еще утемниться, да? Кстати, да. Пора утемняться.
Слушай, это просто обалдеть. Где-то там идет дождь, где-то там есть солнце, где-то там попадает солнце на корабли, а где-то здесь дикий Техас. Спасибо, что держите курс. И вообще просто красота. Выжили?